макароны, вот, кабачковая икра, пряники и повидло. Все нужное, все пригодится. В 24-й школе Самары обучаются 127 учеников из льготных категорий. Это дети-инвалиды, школьники из многодетных, неполных и малоимущих семей, а также те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Все они питаются в школе бесплатно, а на время дополнительных каникул питание им выдают в виде продуктовых наборов. Большое спасибо всем, кто это организовал. Паёк мы получаем уже не первый раз, с прошлого года получаем. Все продукты свежие, нужные. У нас многодетная семья, я мама троих сыновей, двое из них учатся в школе. Хочу сказать, что для нас это, в принципе, существенная помощь, не надо покупать или тратить лишние средства. Продукты все там хорошие в пайке, существенная помощь. По словам родителей, продукты в наборах всегда разные. Льготникам положены бесплатные завтраки. Стоимость каждого 60 рублей. Из расчета этой суммы и формируются наборы. Решение выдавать пайки школьникам во время дополнительных каникул и дистанционного обучения принял губернатор Дмитрий Азаров. Конечно, это большая поддержка и помощь, особенно в такой период, как вот сейчас у нас. Все пакеты, которые поступают к нам в школу, мы обязательно просматриваем. Просматриваем срок годности товаров, насколько они соответствуют ГОСТам, стандартам Роспотребнадзора. Раздача наборов проводится с соблюдением санитарных мер. Чтобы избежать столпотворения в фойе школы и соблюсти дистанцирование, составлен график. О том, что льготникам будут раздавать сухпайки, семьи оповестили в родительских чатах. Ульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.